Слава. Создам я церковь на сём камне, сказал Христос ученикам. И кто придет к Нему с грехами, спасенным будет на века. И Он создал ту церковь, что пронесла через года все истины, что заповедал, и верной быв Ему всегда. И не боялась ни гонений, ни смерти злобные глаза, и лишь молилась в притеснениях, спасая души для Христа. Не опускала рук в работе и помогала всем вокруг, чтоб тот, кто все еще не в Боге, стал завтра верный Ему друг. Христос создал свою невесту, через века ее Он вел, чтоб отражался свет небесный, и этот свет любой нашел. И много лет прошло, столетий, жива она и мир несет, благую весть несет, как прежде, и ни на миг не устает. И хорошо, чтоб так и было, на деле, а не на словах, предназначение не забыли, и свет Христов сиял в сердцах. Ведь очень часто так бывает, мы остываем за года и очень редко вспоминаем, что жить должны не для себя. И как живем, не замечаем, все жизнью нашей хорошо, и все служение посещаем, благочестивое лицо, и думая, что все в порядке, что грех, он где-то вдалеке, что я возрос, мне все понятно, не прикоснется он ко мне. Ты не крадешь, не убиваешь, пожертвования даешь, но брата, может, обижаешь, из уст твоих несется ложь. При встрече скажешь ты, конечно, приветствую, сестра и брат, и, прячась за улыбкой нежной, искусно сделал вид, что рад. И за спиной ты обсуждаешь поступки членов церкви всей, и сплетни ты распространяешь о жизни Божьих детей. Ты лицемер, обманщик, сплетник, ты обижаешь всех вокруг и думаешь, Христа наследник? Нет, попадешь ты прямо в ад. О, брат, сестра, скорей опомнись и стань невестой той святой, что вывел Бог из тьмы кромешной и вел в чертог священный свой. Хоть трудно, ты не уклоняйся, по Божьему пути шагать, на мира зов не подавайся, чтобы Христа не предавать. Ты посвяти себя все цело Христу, Он за тебя страдал, и помни, церковь, Божье тело, не оскверняй грехом тот храм. Аминь.